Cinema Management Group. Ух ты. Так, ребят, каков план? Победить. Правильно. Значит, голову выше. Надо впустить себя в игру. Гарантирую, что этих сосунков ждет нечто невероятное. С улиц мы были призваны. 1998 год. Майами, Флорида. Так, ладно. Кому-то это может показаться очень простым и понятным. У вас всего 64 клетки, 32 фигуры. И в этот момент, неважно, богаты вы или нет, в какой университет Лиги Плюща вас примут или не примут, потому что в шахматах абсолютно все игроки равны. Через пару дней будет проводиться турнир. Так что пора нам с вами решить, насколько мы серьезно относимся к шахматам. Я у микрофона натяну, как струна. Не лезь ко мне, мудак, еду в шахматы играть. Как только проигрываете... Мы не проиграем. Захватывающий, вдохновляющий. То есть они могут потратить 400 баксов на футбол, но не могут оплатить детям поездку на турнир по интеллектуальной игре. Остросюжетно, 9 из 10, очень реалистично. Поймите, ребята, например, из округа Дейт в жизни не смогут попасть туда сами. Значит, они смогут это пережить. Вам плевать на них, родителям плевать на них, всей системе плевать на них. Знаете что, мне совсем наоборот. Фильм Джона Легуизамо. Сегодняшний вечер самый лучший в моей жизни. То есть пришел похвастать, что мне привезли кубок? Основано на реальных событиях. Ребята делают успехи. Да, сэр! Из пешек в короли игры. Берегись, мир, мы идем за тобой. Нас четверо, это же будет просто бомба. Королевский гамбит.